любое государство, оно периодически как бы проходит через вот эту вот систему очистки. Да? Если мы берем там те же западные государства, да, то есть вот эти так называемые развитые страны, вот, они точно так же вычищаются каждые 100 лет. У них управляющий класс каждые 100 лет меняется. Так же, как и у нас. Просто у нас это происходит в результате резни, вот именно откровенной резни. Вот, а у них это больше, ну, как бы мягче, более экономическими методами делается. Да, то есть людей просто лишают положения, лишают денег и отправляют в народ. Резня, она чище как бы результат дает. Потому что там хозяева другие люди совершенно. Это вопрос наличия у государства национальной элиты. Вот это надо понимать. Да? То есть, вот когда у государства есть национальная элита, которая реально управляет государством, то есть вот это являются, они как бы являются, по сути, собственниками государства. В данном случае вот эта замена управляющего класса, она делается легко и непринужденно, да, просто вот так вот по щелчку пальцев. Дается команда сверху, вот, и вся вот эта вот гниль спокойно вычищается, да, то есть это занимает полгода-год. Вот как вот, кто постарше, прекрасно помнит, да, там вот в советские времена был вот этот вот фильм там про итальянскую мафию, про комиссара Катани. Вот, да, человек там боролся с мафией. Прям показано там, блядь, много-много серий, там вот эта вот борьба, там туда-сюда, шурум-бурум, бля, вот итальянская мафия. Для чего сняли сериал? Для того, чтобы вот получить вот эту общественную поддержку. А потом взяли вот так вот, щелк, и за полгода всю вот эту итальянскую мафию просто вычистили из государства. Пересажали огромное количество всех вот этих вот чиновников, там, включая, блин, людей там из парламента и так далее. И разговор сразу про итальянскую мафию закончился. Поэтому вот эти вот вещи, блин, вот в западном мире, они делаются легко и непринужденно. Что там нет коррупции, что точно так же существует, как и у нас. Точно так же любой человек, получивший высокий социальный статус и какое-то крупное государственное кресло, он пытается использовать свою должность и свои как бы возможности, которые ему предоставляет власть, для того, чтобы обеспечить себя, обеспечить своих детей, там, как-то устроить родственников. Они это делают точно так же, как и мы. Они ничем от нас не отличаются, они такие же. Другое дело то, что если в стране существует национальная элита, вот она есть, она осуществляет за этим контроль. Именно контроль. То есть пока вот эта вот коррупция не мешает развитию государства, а она на начальном этапе не мешает, потому что вот эти вот люди, дорвавшиеся до власти и начавшие потихонечку воровать, они сначала воруют копейки. Да? Они сначала берут по чуть-чуть, они не борзеют. Они борзеть начинают уже со временем. Вот к тому моменту, когда они начинают борзеть, им необходимо дать по ушам. Притом дать так, чтобы все остальные, блин, присели на жопу. Национальная элита, все вот это вот, весь этот биомусор, блин, который там тусит в среде чиновников, она его периодически причесывает. Украл он деньги. Ну, отлично, молодец. Они потом точно так же конфисковываются, идут в карман государству. Никаких потерь, понимаешь? То есть для государства никаких потерь не произошло. А у нас все, пиздец. У нас просто последняя стадия вот этой вот коррупционной составляющей. Когда у нас крадется все, что можно, блин, разворовывается все, что можно, выводится это все за рубеж, собственная экономика задыхается без денег. Она реально задыхается без денег. Здесь ничего нет, ничего не производится, ничего не делается. Ну, и люди живут в тотальной нищете. И не факт, что ты теперь эти деньги вернешь? Да вернуть ты их как два пальца. Конечно. Это, блин, легко и непринужденно делается. Вот эти деньги возвращаются вот так, точно так же, вот так. Раз, и по щелчку пальцев все возвращается. Ты что думаешь, блин, вот эти деньги выводились там? Все банковские проводки, они, блин, прозрачные. Ты что, не можешь предъявить, что ли, вот эти все вещи? Кому ты предъявишь? Ну, тем же европейцам, куда деньги выводились, тем же американцам. Там, вот, все вот эти вот офшоры, в которые выводились деньги, блин, они контролируются Европой. Ну, за действия они несут ответственности, кто там что проводит.
как это не несут ответственность. Это банковский сектор. Они за все несут ответственность, не надо ля-ля. Не несут ответственность. Такого в природе не существует, чтобы не несли ответственность люди. Все всегда несут ответственность, понимаешь? Чтобы предъявить, нужно быть как минимум на голову выше, нет? Нет. Да кто сказал? Ну, допустим, ладно. Ну, ты просто вот от имени государства запрашиваешь банковские проводки вот этой вот системы SWIFT, вот, и потом просто предоставляешь им доказательства, то, что вот эти люди вот украли у нас деньги. Вот эти деньги ворованные. Будьте добры, верните. И они тебе их вернут. Ну, а если в этот момент ядерную бомбу над ними держать? Это технический момент. Ну вот вопрос в этом. Государство, мой дорогой, имеет огромное количество инструментов для того, чтобы отстаивать свои интересы. В том числе и атомную бомбу. В том числе и спецслужбы, которые могут убрать любого человека в мире. Любого. Вон у нас, когда был Советский Союз, вот у нас вот при ГРУ существовал отдел Л, да, отдел ликвидации. И наши ребята, блин, убивали людей вот, вот в этой вот самой крутой, блин, самой защищенной военной базе в Америке. Блин, вот, Форт Нокс. Блин. Вот там вот какого-то перебежчика прятали, блин. Вот наши ребята абсолютно спокойно приехали туда, убили этого перебежчика, блин, и уехали обратно, блин. Это инструменты государства, понимаешь? Да. Если с тобой не хотят разговаривать по-хорошему, блин, значит по-плохому будет хуже. Государство должно уметь отстаивать свои интересы. Должно. Вот в данном случае как раз слово «должно», оно вполне применимо. Давай-ка применим не государство, а группировка, которая наверху. Это, блядь, сильное самодостаточное государство, которое отстаивает свои интересы. Любым способом, понимаешь? Хорошо, скажем политкорректно, государство. Именно так. Мне не важно, как это будет звучать, политкорректно или неполиткорректно. Да? Это вот государство, которое управляется вот этими вот, блядь, третьим поколением шнырей, блядь, вот оно ничего не может. Оно ничего не может. Потому что все эти шныри, блин, вот они там на Западе, блин, у них там деньги, у них там жены, любовницы, дети и так далее. Вот эти люди не могут ничего. Поэтому они сидят на жопе ровно и выполняют команды из Вашингтона. А нормальное самостоятельное государство, вот, оно имеет огромное количество инструментов для того, чтобы влиять на окружающий мир. В интересах государства и в интересах народа, который в этом государстве проживает. И в данном случае к тебе относиться будут уважительно. Да ёжику понятно. Так, блин, ёжику-то это понятно, тебе непонятно. Ты вот, блин, вот ты просто-напросто, ты при совке не жил, ты не понимаешь, какое было отношение к Советскому Союзу. Вот просто не понимаешь. Вот, блядь, там вот какие-нибудь там вот, вот я вспоминаю там новости из времен совка. Вот там сомалийские пираты там напали там на какое-нибудь там судно под флагом Ямайки, блин. Мимо проплывал там наш сухогруз, блин. Вот. И наши, блин, просто взяли, блядь, между делом всю эту херню отбили, блядь. Обычные, блин, вот эти вот моряки просто взяли и вмешались, блядь. И защитили там чужое судно, которое им вообще вот было фиолетово, понимаешь? Они левые, они нас никаким образом не касаются. Просто подплыли и разогнали вот этих вот сомалийских пиратов. Вот. Потому что сомалийские пираты прекрасно понимали, что такое, блин, вот... Вот над нашим судном наш флаг, понимаешь, наш морской флаг. Вот ты их тронешь, тебе пизда, блядь. Там, блядь, нахуй, тут же, нахуй, вот ты только тронь, блядь. Тут же сразу там вот вся вот эта вот их инфраструктура, которую они там для себя вот построили, блядь, она будет уничтожена мгновенно. Там пройдут вот эти вот наши, блин, спецназовцы, блядь, голубые береты, нахуй, как этот, блядь, как ковровая бомбардировка, блядь. И нам похуй, то, что это другая страна, блядь, другой, блядь, какая-то сфера влияния. Вообще похуй там, нихера себе наших тронули, вы что, ебанутые, блядь? Вот, а сейчас тронешь, Путин выступит с сочувствием. Да, а сейчас вон у нас там, блядь, вот у нас там каких-то вот этих моряков там арестовывают, держат, блядь, годами в тюрьмах там и так далее. Да, единственное, что может вот этот карлик, нахуй, это... Отнеситесь к этому с пониманием. Я попрошу, я предложу. Да пошел ты нахуй.
Я не хочу слышать нахуй вот этих «попрошу, предложу, отнеситесь с пониманием». Вот. Я хочу понимать, нахуй, что, блядь, вот если нахуй тронули наших где-то, блядь, везде, нахуй, во всем мире, блядь, вот это будет проблема для тех, кто тронул, а не для наших, понимаешь? Да. Вот что я хочу. Мне насрать, кто это организует и как это будет организовано, но это должно быть сделано, это должно быть организовано. Это наши люди, блядь, это наш народ, наша страна, понимаешь? Наше самоуважение. Да. На, к себе, понимаешь? К себе самоуважение. Не вот это, к этому говну, нахуй, который сейчас у нас в правительстве сидит. А нам, нас, самих к себе, блядь.